Слотокін. Королівський сезон починається. Друзі, щиро вітаю вас. Це YouTube 24 каналу. І з вами я, Ірина Узлова. Зі мною Михайло Шительман, політтехнолог. Пане Михайло, щиро вітаю. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава. Здравствуйте, Ірина. Російський диктатор Володимир Путін готується до майбутніх заколотів на території Російської Федерації, тому дає Росгвардії танки. Ніколи не було і от знову. Про це говорить представник головного управління розвідки нашого Міністерства оборони Андрій Юсов. Цитую Юсова, це дуже важливий сигнал, каже він, перш за все для росіян. Якщо він дає важке озброєння Росгвардії, то означає, що робиться ставка на майбутні заколоти. А ще Юсов додає, що ці російські танки в майбутньому будуть бити по цивільних москвичах. До яких сценаріїв готується Путін і за яких умов вони будуть бити по цивільних москвичах? Що вкладає Юсов в цей анонс? Ну, это, во-первых, это абсолютно точный анонс. Диктатура Путина, она, вот недавно один умный человек, профессор из Парижа, хоть и россиянин бывший, ну, не знаю, бывший или действующий, сказал, что диктатура Путина поменяла свой тип. То есть, вот есть типы разные диктатуры. А этот профессор Гуриев, он исследует эти типы диктатур. И если раньше это была диктатура обмана, то сейчас это диктатура насилия, да? Страха, силы, насилия. То есть до там, какого-нибудь, ну я не знаю, он не говорил до какого года, но по моей оценке это где-то до 2020 года примерно, путинская диктатура пыталась все время врать. Они врали про выборы, ну они проигрывали выборы, а говорили, что они их выиграли, как там в 2011-2012 годах. Они говорили, что это какие-то зеленые человечки захватили Крым, а не они сами. И так, за что ни возьмись, они про все врали. А для чего они врут? Чтобы прикидываться другими, не тем, кто они есть. Они притворялись демократией, например. Причем и внутри России это делалось, и наружу. Типа не мы убили Навального, это он сам там съел протухшую сардельку. А потом времена поменялись, и они стали диктатурой силы. Когда они перестали притворяться и кого-то там о чем-то спрашивать. Уже даже, например, их референдум про изменение Конституции. Никто не парится. Да, давайте Путину дадим сколько угодно сроков. Давайте прошлые сроки не засчитаем, хотя раньше было нужно считать. Вот это все стало как что хотим, то и воротим. Потом они сказали НАТО, знаете что, убирайтесь за границы 97 года. И тоже они сказали это с позиции силы. Уже не пытались притвориться цивилизованной страной. Ну и, наконец, нападение на Украину. Мы же ожидали, что они будут придумывать повод, там, как-то изобретать. Они ничего не изобретали, просто взяли и напали. Вот. И с тех пор думать о том, ну им не нужно как бы больше оправдываться перед народом. А чтобы не оправдываться, нужно применять силу в любой ситуации. Поэтому Росгвардии нужны танки. Дело не только в каких-то заговорах или не заговорах, в мятежах или не мятежах. Просто любой, кто будет против, будет убит. Все, точка. Вот поэтому они, собственно, и накачивают Росгвардию. И россияне, я думаю, к этому, кстати, все уже готовы. Потому что все, кто остался в России, ну почти все, за исключением каких-то единиц, это люди, которые готовы терпеть эту диктатуру силы. А за яких умов можуть ці танки і Росгвардія обернутися проти Путіна? Чи такий варіант взагалі нереальний? Эти, которые именно в Росгвардии, то, знаете, они не обязательно же им напрямую поворачиваться. Тут есть такой косвенный эффект. На фронте не хватает танков россиян. Это факт. Почему это факт? Потому что Медведев и Путин ездили на танковые заводы, говорили, как они наращивают производство. А Шойгу сказал, что сейчас не хватает танков на фронте, но мы увеличиваем производство. То есть тут есть точный факт. Да? Все высшее руководство сказало, что танков не хватает. И вдруг часть танков дают Росгвардии. Значит, армии их не дают. Поэтому, дав танки Росгвардии, можно ожидать, например, мятежа в армии. Не обязательно же мятеж самой Росгвардии. Мятеж армии по поводу того, что это, кому вы дали танки, почему не нам? Вы что? Вы же нас убиваете тем, что даете танки Росгвардии. Вот. А повернется ли сама Росгвардия? Тут надо слишком хорошо разбираться в каких-то интригах внутри Кремля. Но всякое бывает, потому что, знаете ли, сегодня Золотов на одной стороне, завтра на другой. Внимание, вопрос, где был Золотов 23-24 июня этого года, да, когда Пригожин восстал? Что-то мы Золотова не видели. Потом в Кремле, когда он получал награды, это мы видели. Но он сказал, мы там не собирались защищать, собирались только Москву. А где он сам находился, мы не знаем. А он на чьей стороне был, на Пригожина или на Путина? Да мы не знаем вообще-то. Мы не слышали ни про одно действие Росгвардии за все время путча, правильно?
Він просто готувався до вручення цієї нагороди, марафетився. А протистояння Пригожина і Шойгу триває, каже той самий Юсов, якого я вже цитувала, представник головного управління розвідки. Він зауважує, що нічого ще не закінчилося. Історія Пригожин-Шойгу теж не закінчилася. За словами Юсова, Герасимову теж треба побоювати за своє майбутнє. І він не виключає, що на фронт, можливо, дістануть і повернуть Суровікіна. Але Олексій Данілов, секретар РНБО, днем раніше казав, що вже точно достеменно відомо, що Пригожин і Путін – це була їхня спільна спецоперація. І вони таким чином хотіли виявити ось таких, як Суровікін, неугодних собі. І третя позиція. Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що вагнерівці повертаються на території Росії. Що відбувається? Значит, к сожалению, вынужден не согласиться с господином Даниловым по этому поводу. Я считаю, что он переоценивает их интеллектуальный потенциал, ну, российский. В том смысле, что они не умеют проводить такие операции, они бы провалились, обделались, все бы перепутали, это раз. Второе, да они ни разу, никогда в жизни не придумали ничего такого сложного. Потом, это всякие, знаете, такие всякие безответственные болтуны по телевизору, я-то ответственный болтун по телевизору, а есть безответственные. Безответственные болтуны по телевизору, чтобы интересничать, придумывают все эти версии про то, что те специально, чтобы договорились. Ну, кто с кем? Ну, как вы себе это представляете? Мы видели, как они Киев атаковали на этих, Росгвардия на автозаках, правильно? И мы способны поверить, что они вот так вот все это согласованно, такую операцию провели, захватив половину России, четыре области, разбомбив нефтебазы, сбив вертолеты, самолеты. Это все факты, правильно? Это точно факты. Да. И вот все это было сговором. Да ну, не надо, вот нельзя недооценивать врага, все говорят. А вот моя любимая поговорка, честно, не надо переоценивать врага. Мне кажется, что это происходит гораздо чаще, чем недооценка. Вот, поэтому я думаю, что они достаточно люди бесхитростные. Ну, в смысле, не умеют. Хотели бы, но не умеют. Поэтому в это я вот последнее, во что я готов поверить. Дальше институт изучения войны. Вагнеровцы возвращаются в Россию. Не знаю, откуда у них такие сведения. Вот вы что-нибудь знаете про институт изучения войны? Російське інсайдерське джерело, вони, ну, чесно кажучи, ну, бачу інколи інтерв'ю, які вони дають англійською мовою, зокрема і нам, але вони посилаються на російське інсайдерське джерело, що, мовляв, вони в ті ж області, які ви згадали, які вони пройшли успішно, Воронезьку, Ростовську, туди й повертаються з Білорусі, бо Лукашенко їм не платить. Ну, от, розумієте, інститут ізучення війни, він ізучає війну, правильно? Так. Ізучає. Тобто, он ее не прогнозирует, не конструирует, не планирует, он ее изучает. Вот факты, он их изучает, действительно, анализирует. Но для этого нужны факты. А это не факты, это как будто расследование. Вот знаете, если был институт расследовательский, я бы подумал, о, расследователи, ну, они знают свое дело, да, какой-нибудь Христо Грозев бы сказал, мои данные, расследование показывает это. Институт изучения, все, что я вижу, что он делает уже все-таки полтора года, он анализирует то, что есть в открытых источниках. Ну, это нормально, это тяжелая, большая работа, важная. А вот эта инсайдерская информация, если ты не профессиональный расследователь, расследователь – это другая профессия, чем аналитик, то тебя обязательно обманут. Обязательно обманут. Мне знаете, сколько информации присылают? Огромное количество. Я все стираю, не читая просто. Ну а зачем мне? Я прямо говорю, мне не надо. Они говорят, ой, у меня есть для вас сведения. Я говорю, мне не нужны. А как я их проверю? У меня нет института проверки ваших сведений. Соответственно, мне могут подсунуть все, что угодно. Поэтому я не беру чужих сведений. Я беру сведения только от тех, кого я знаю лично хотя бы 10-20 лет. Вот. Ну и плюс, соответственно, то, что в открытых источниках. А так нет, ни от кого ничего не беру. Поэтому нет, в это я вообще не готов поверить. Ну, в смысле, есть ли какой-нибудь там 20 вагнеров, с которыми вернулись? Ну да, нажрались и поехали в Воронеж. Но это называется вернулись? Ну, формально говоря, называется. В отпуск поехали. Им же там деньги, знаете, надо же платить деньги, зарплату, правильно? Ну, 20 миллионов долларов надо на зарплату вагнеровцам. 20 миллионов долларов. А это без учета налогов. А в Білорусі попробуй без налогів заплати зарплату. Да? Это мало не покажется. За який проміжок ці 20 мільйонів? В місяць 20 мільйонів доларів в місяць. Ну, на 10 тисяч чоловік. Ну, я просто оцінював когда-то, і ви знаєте, потім все совпало. Коли всплили ці путінські цифри, я завжди говорив, у них середня зарплата по больниці вот, 2 тисячі доларів в місяць. І це оказалось потім в путінських цифрах прямо. Тому що він сказав, на денежне содержання стільки-то, да? І все совпало, 2 тисячі доларів в місяць. Но це тільки зарплата. Треба ж кормити, одягати. Надо давать патроны, чтобы он там тренировался. Да, это все тоже деньги. И если кормить, одевать, но это половина зарплаты, еще прибавьте 1000, то патроны это может быть хоть 10 зарплат, ну, смотря какие виды тренировок. Вот.
Поэтому их могут отправлять. Кстати, сказал, когда выступал там какой-то человек по кличке Маркс, вот Маркс, Вагнеровец по кличке Маркс, он давал некую статистику. Он сказал, у нас было 70 тысяч, погибло 20 тысяч, ранено 40 тысяч, столько-то тысяч ушло в отпуск, как он сказал. То есть в отпуск это как бы без сохранения содержания. Типа тебе говорят, ты все, пока едь в свою там Тюмень, сиди, жди, бухай на эти деньги, мы тебя позовем, когда понадобишься. Ну, на таком уровне вполне может быть, что какая-то часть людей уехала из Беларуси в Россию, потому что, чтобы им не платить и зря, чтобы не кормить. Вот. А первый ваш вопрос, я забыл за это время, так как было три высказывания. Про что был первый? А мы говорили про то, что еще история ця не завершена, что Юсов... Да. Да, значит, смотрите, тут, когда, как вам сказать, это как с зерновой сделкой, я сравню вам. Угу. Вот сейчас говорят, а может еще вернуться в зерновую сделку? Может россияне еще вернутся? Угу. Им некуда вернуться. Они разбомбили наши элеваторы, мы не можем больше так грузить, как раньше. Значит, это уже не будет та же зерновая сделка, это будет что-то другое. Можно делать вообще что-то принципиально другое? Можно. А туда вернуться нельзя. И это похоже еще на линию 24 февраля. Если вы помните, в марте прошлого года и в апреле прошлого года было очень много разговоров, вот как мы сейчас договоримся и вернемся к линии 24 февраля. Но за последние полгода слово «линия 24 февраля» вообще никто не слышал. Заметили, что это забыли? Да. Линия 24 февраля. К ней нельзя вернуться, ее больше нет. Она стерта, она ушла в историю, все, в прошлом. И, кстати, про сделку Эрдоган сказал, что она теперь станет частью истории. Истории, все, в прошлом. Вот то же самое с мятежом Пригожина. Он в прошлом. Мятеж мог состояться тогда, вот в таком формате, в таких рамках, в таком противостоянии Пригожин против Шойгу в адрес Путина, да, в силу сложившегося момента, обстоятельств, которые складывались долго, с августа месяца, когда впервые заговорил Пригожин про все это. А сейчас другая ситуация. В другой ситуации другая революция. Ну вот сравните даже простую вещь. Революция 1917 года. Но это как бы наше общее с россиянами что-то. Да? Потому что мы были в той же империи, в которой случилась революция. И Российская Федерация тоже была осколком этой империи. Ну, стала потом осколком этой империи. И вот в феврале 1917 года случается революция, свергают царя. Но если бы кто-нибудь спросил в сентябре 1917 года, а может быть еще раз такая революция? Ну, еще раз. Снова придут... это временное правительство сформировать, снова там придет этот князь Львов, который все это организовал и так далее. Ну нет, конечно, царя уже нет, ситуация другая, поэтому вообще другая революция, вообще по-другому все. Также и здесь, следующий мятеж будет вообще другим и вообще про другое. Вот что я хочу сказать. Хотя какие-то участники могут играть какие-то роли. Но даже роли будут другие, как спектакль в театре, знаете. Сегодня он играет Чебурашку, завтра Гамлета. А Путін реально сподівається, що його від оцих наступних революцій чи мятежей захистить оця Росгвардія? Да, конечно. Ну, а на что-то он должен опираться. Он, кстати, не только на Росгвардию. Он Росгвардии в одно лицо не доверяет. Во-первых, Росгвардия создавалась для одной цели – подавлять вот такие революции. Но ее же не было. Создал Путин для этих целей. Поставил туда своего телохранителя. Но теперь он решил, что этого мало, потому что Росгвардия не смогла его защитить от Пригожина. Поэтому он, конечно, танки... Она объяснила, он когда вызвал золото, он говорит, Владимир Владимирович, мы бы вас защитили от Пригожина, вообще не вопрос. Но чем? У нас пластмассовые пистолеты и деревянные ножи. Вы о чем вообще? И лошадки деревянные. Вы нам дайте настоящие танки, самолеты, вертолеты. Ну, это примерно такой разговор был. А что ты меня не защитил? Ну, а чем я мог тебя защитить, когда такое серьезное восстание? Вот. До этого же Путин думал, что восстанут либералы, что там будут, не знаю, с шариками маршировать, понимаете, да, по проспекту какому-то. И тогда Росгвардия справится. А тут без шариков поехал Пригожин. Да, не встиг купить. И надуты. Без шариков, да. Пока надував Путина, забыл про шарики. Да, это непривычно очень было для... Поэтому, собственно, и разбежался весь путинский режим, что они же протестовали без шариков. Вот. И дальше что? И без белых ленточек. А, значит, что делать? Этим он дает танки, но он им уже не верит. В прошлый раз они тоже говорили, что справятся, но не справились. Поэтому он раздает оружие, как вы знаете, губернаторам. Да, и говорит каждому губернатору сформировать военные единицы в своих губерниях. Для чего? Чтобы было трудно пройти через эти области. Ну, типа, чтобы следующий, кто взбунтуется, поехал, смотрит, а там губернатор Ростовской области со своим войском. И это будет как в сказке. Я помню, такая была народная сказка, наверное, украинская.
когда приходит кому-то там сразиться, он говорит, ты сначала сразись с моим младшим братом. Вот так и это. Сейчас я свергну Путина. А ты сначала сразись с губернатором Ростовской области. Ах, победил? Ну, тогда с губернатором Воронежской. Ну, и вот так по одному ты добираешься. И потом уже, собственно, приходишь к главному врагу. Так что он еще и этих вооружает. Ну, теж, хай він завжди наступає на одні ті самі граблі і тут те саме робить. Ви згадали про зернову угоду і згадав про неї сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Думаю, на превеликий жаль, щодня нам доводиться про це згадувати. Але він переконаний, пане Михайле, що є єдина людина в світі, яка може переконати Путіна повернутися до неї. І називає він ім'я цієї людини. Це якраз Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини. Нагадаю, що ймовірно вони зустрінуться з Путіним наприкінці серпня. Ну, або зустрінуться, поговорять. І все-таки, чи потрібно це повернення до Чорноморської зернової ініціативи? І Ердоган готовий якось тиснути, переконувати Путіна? Ну, хоча про яке переконання ми говоримо, коли йдеться про воєнного злочинця? Я думаю, що є два таких чоловіка, навіть я розширю список, і ще товариш Сі, такий чоловік, який може убедити Путіна. Просто причому в одно движение может убедить Путіна. Я почему называю именно Си? Потому что ему это тоже нужно. Но это нужно Эрдогану, это нужно Си. Вот вы заметили, наверное, что мы когда взрывали танкер, мы это сделали в ночь с пятницы на субботу. Правильно же? С пятницы на субботу. И я сейчас не про осквернение святого еврейского шаббата, я не про это говорю, а про то, что мы это сделали прямо перед встречей в Саудовской Аравии. Мы же могли танкер топить в любой день. Могли после встречи, да? Но мы решили прямо перед встречей, где мы встречались с китайцами, с турками. То есть это был наш сигнал, что мы не оставим так, мы не будем терпилами. Мы не будем терпеть российские удары по нашим портам, что они нас заперли. Мы действительно имеем техническую возможность и будем это делать. У нас хватило решимости не дать россиянам нормально торговать в Черном море. А это больно для турков и больно для китайцев по-настоящему. Потому что китайцы же не только зерно получают, там с нефтью проблемы сразу начнутся. Вот. Поэтому Си может заставить Путина. А Эрдоган, возможно, может его уговорить, но имеет шансы некие его уговорить. Будут ли они это делать прямо до конца, не знаю. Но я почему говорю насчет вернуться, не вернуться в зерновую сделку? Я хочу сказать, что она не будет такой. Вот она будет вообще другой какой-то. Например, Си ему нужно, грубо говоря, безопасное судоходство в Черном море. Вот оно ему необходимо. И он может заставить Путина, если очень сильно захочет, тем, что ограничит поставки чего-нибудь в Россию. В принципе, вообще любого, да? Не знаю, телефонов, чтобы они вынуждены были перекрикиваться из окон, да, там. Хочет, не знаю, запчастей. Правую дверь не будет поставлять для автомобилей. Будут у них все автомобили без правой двери, потому что у них других-то нет запчастей, кроме китайских, и так далее. Вот, Си может надавить. Но я не верю, что это будет просто вот взяли и объявили, продлеваем сделку. Нет, это будет какая-то новая договоренность, как мне кажется. А ми зараз ще про нові договоренності теж поговоримо. Ми дійсно не чуємо, пане Михайле, про лінію розмежування станом на 24 лютого 2022 року. Та й взагалі, як каже Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України в нашому ефірі, зокрема, що ми знаходимося на такій стадії війни, що жодні компроміси вже неможливі. Хтось має програти, і це хтось має бути Росія. Тому що компроміс – це відтягнута війна, про що ми теж неодноразово, звісно, говорили. Це обнулення міжнародного права, але ми бачимо, що Росія виє, ниє, благає про ці переговори. А ще ми бачимо ті пропозиції, да, від президента Об'єднаних Арабських Еміратів, але відповідає їм уже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що навіть за один стіл не сядуть Путін і Зеленський, не може такого бути, і жодні компроміси нам не потрібні, і побачити Путіна і Зеленського ми не зможемо разом. А що це відбувається? Ну, для чого знову підігрівається зараз і активізується ось ця тема переговорів, і на скільки хто може тиснути на Україну? Да, я начну с именно с этого конкретного случая про именно президента Объединенных Арабских Эмиратов, потом перейду к более общему. Давайте так. Более общему. Про вот этого президента Объединенных Арабских Эмиратов сначала будет сейчас секунду такой мерзкой рекламы, моей собственной рекламы себя, потому что я сегодня в ролике на канале Штельман, что я про него заговорил-то? У канала Штельман через неделю исполнится год. И я очень хочу к годовщине. Я на всех каналах так делаю, Ирина, простите меня. А я навпаки дуже рада, друзі, підписуйтесь, будь ласка, Штельман, там завжди цікаво, і моностріми, і не лише, так що, будь ласочка. Простите, я влезаю, да, и рассказываю, что у меня, значит, мне нужна четверть золотой кнопки, понимаете, четверть. Ну, это как бы к юбилею уже награждают. Орденом Ленина награждали Брежнева какого-нибудь. Я хочу четверть золотой кнопки к юбилею, который будет в следующую субботу. И я выпрашиваю на всех каналах, хожу уже неделю прям, вымаливаю, выпрашиваю подписки, и за неделю реально
реально 18 тысяч человек. А нет, что я говорю 18? 17, да, 17 тысяч человек за неделю подписалось. Ну, а треба 170. Мне сейчас не хватает 14 тысяч, всего 14 тысяч. Я думаю, что это легко сделаем. Вот, пожалуйста, кто сколько может, пожалуйста. И это просто личная просьба. Из гуманитарных соображений, что ли, не знаю, из гуманности. Подпишитесь. Ну, я сам не местный, вы знаете. Ну, сколько можете. Я прошу, мне просто але без души. Але який ви наш, да, який ви наш. Тому і ми просимо, і від себе я теж прошу, друзі. Вот, спасибо вам. Так вот, я почему упомянул канал, я сегодня, значит, про что там рассказал. Предположим, вот случилось чудо, я не знаю, какое это чудо, как его могло случиться. Ну, как-то, как вы говорите, на нас давление, на Зеленского оказали давление, заставили поехать на этот странный саммит. Саммит, о котором идет речь в предложении президента Арабских Эмиратов, он в ноябре, 30 ноября. То есть это вообще-то еще не очень быстро, да, когда. И саммит, он, знаете, про что? Про климат. Климатический да. Саммит. Вот типа что, Зеленский с Путиным про климат должны садиться разговаривать? Но предположим, почему-то поехал Зеленский. И Путин тоже его заставили. Тоже давление, китайцы надавили, поехал. И вот они же руки жать не будут, правильно? Вот они идут друг навстречу другу, чтобы зайти в кабинет. И весь мир замер в ожидании, как они зайдут и будут там договариваться. И тут из кабинета выходит полицейский Объединенных Арабских Эмиратов, естественно. Говорит, товарищ Путин, пройдемте. Я не шучу, потому что Объединенные Арабские Эмираты, в отличие от Турции, подписали Римский статут, и они обязаны арестовать Путина и отвезти его в Гаагу. Поэтому предложение господина президента Арабских Эмиратов, оно вдвойне не подходит. Нам оно не подходит, потому что сказал Кулеба, потому что у нас по решению нельзя вести переговоры с Путиным, это запрещено решением СНБО, раз. А во-вторых, ну, даже с военными преступниками какие переговоры. А в то же время, а как Путин-то поедет? На них его же арестуют, там Гаагу отправят, представляете? Прямо с переговоров. Вот ведь будет неловкость-то какая. Вот. Но это по поводу частного случая. По поводу всего остального, как вы видите, давление, все началось. Это мы виноваты, в том числе, Ирина, знаете, потому что раздувается сейчас это, раздувается. Раздувают это россияне, сразу скажу. Они снова выстрелили из всех информационных орудий. Да. Навели шороху по поводу того, что все, все пропало. Все, наступление не удалось. Завтра заставят уже все, Зеленского, все, сдавать все позиции, отдать территорию. Слушайте, у меня сегодня, я не буду говорить где, но меня спрашивали, ну, в смысле, на одном из каналов, да, не буду упоминать, не хочу. Скажите, ну, сейчас общеизвестно, что Зеленский, в принципе, он-то хочет договориться с Путиным и какие-то территории отдать, просто он не думает, что вот военные позволят это. Я такой, что ж значит общеизвестно? Откуда, кому? Что это за бред вообще? Это кому известно? Где? Кто это хоть раз сказал в Украине такое? Это все провокации, чисто провокации из России, так или иначе, через любые инструменты, которые они используют. Все это проникает в наши СМИ, но это ничем не обосновано. Где обоснование того, что якобы кто-то давит, что кто-то снизил поставки вооружений? Это неправда. Что кто-то угрожает снизить поставки вооружений? Это неправда все. Я просто беру, включаю CNN. Там все по-честному, да, меня не обманешь, как говорится. И там разные мнения высказываются, но в основном это что? Вот сегодня был репортаж, большой репортаж, журналист, настоящий, CNN. Ой, знаете, военный журналист сидел в нашем бронетранспортере и ехал вслед за боевой машиной Брэдли на запорожском направлении, в наступление. Ну, в смысле, не стрелял, вот журналист, да? И рассказывал подробно, как наши воины разминируют поля, все это показывали и так далее. Все это выглядело, как Украина ведет терпеливое, сложное наступление. И это огромный, длиннющий репортаж по CNN. А следующий репортаж, сразу за ним, был о том, как Украина бьет по территории России. И показывались взрывы в Сергиевом Посаде. Ну, как бы там непонятно, чей взрыв, но он показывался, тем не менее. Показывались удары по Москва-Сити. Показывались поджоги военкоматов. То есть, картина из CNN получается, что Россия, у России проблемы. Украина медленно, тяжело. Там наши бойцы, кстати, по-английски разговаривали. Тяжело наступает. Вот, ну и как бы понятно. И, кстати, была статистика там же на CNN, приведена, по-моему, вчера. Что, ну вот, сколько процентов зрителей CNN считают, что Америка должна увеличить военную помощь. Не сократить, а увеличить. И даже не сохранить, а увеличить. Я вам скажу, среди зрителей CNN 24 февраля 2022 года так считали 75 примерно процентов. Не помню, 70 с чем-то процентов. Но это когда еще не было никакой военной помощи. Да, они считали, что надо увеличить. Зимой так считали 50%. Что надо увеличить, не поддерживать, а увеличить. А сейчас 56%. Ну, вот, пожалуйста.
Ну так что же мы хотим? Поэтому это все бред, не про какое-то давление. Это все на пустом месте придуманная история, высосанная из пальца. Вот. И вообще, когда стандартный прием любого пропагандиста, бери, собери обзор какой-то, набор каких-то фактов и скажи, что они все как-то связаны. А дальше люди начнут сами на это смотреть. Я вам приведу пример, слушайте, про зерно. Знаете, вот ну мы же все смотрим сейчас на пшеницу. Кого до войны интересовало, сколько куда какой-то пшеницы поехал? Я понятия не имел, в каком порту грузят пшеницу. Наверное, в каком-то грузят. Не, ну я знал, что мы там крутые, крутая страна по выращиванию пшеницы. Но для меня, мне представлялось, что там сидят такие девушки, колосья, хлебы, хлеба пекут, как бы, ну что-то такое. Вот, теперь я гораздо больше про это знаю. И вот, помните, взрыв в Стамбуле, да? Три дня назад, Стамбул, зернохранилище там, или элеватор. И все таки, о, Россия взорвала. Сегодня в Ла-Рошелле во Франции взрыв элеватора. И тут я понял, да блин, это все просто у нас фокус сместился. Мы раньше никогда не обращали внимания. Я думаю, эти элеваторы взрываются в сезон, так сказать, сбора пшеницы постоянно, потому что там пыль взрывоопасная. Ну, каждый год по миру взрывалось десятки этих элеваторов, ну, таким же способом. Просто кто же на это смотрел? А тут мы все это соединяем в один факт. Вот, смотрите, по всему миру взрываются элеваторы. Да, трохи прицілу нас збитий. Ну, про цей пил навіть на Вікіпедії розписано, і в інтернеті дійсно є таке, може траплятися. Ну, звісно, наша розвідка теж каже, не треба виключати російський фактор, але треба дочекатися результатів розслідування. Це, якщо ми говоримо про Туреччину, вони коментували днями, але тим не менше. А от якщо ми вже говоримо дійсно про цю розгон цієї зради, так би мовити, то останнім часом ще дуже активізувалися обговорення тої теми, що буцімто Саліван і Бернс, як їх називають там голуби миру чи представники проросійські, що вони ведуть якісь приховані переговори з Російською Федерацією. Потім там мало чи не посланці вони Путіна були в Джиді, ну, зокрема, Саліван. Хоча Саліван в Джиді погодився з ключовими пунктами саме формули Зеленського. А для чого і хто формує ось цю дивну картину? Це теж якийсь російський слід? Я думаю, да, конечно. Просто как? Когда мы говорим слово «россияне», надо понимать, что эти люди готовились. Это же не какой-то там человек сидит в Кремле и корябает там ручкой, там пыльным карандашиком, да? Это подготовленная большая система. Она в себя включает не только вот чисто, ну, россияне не по паспорту, да, в смысле. Она включает в себя большое количество нанятых ими пиарщиков, лоббистов, там, не знаю, журналистов по миру, которых они содержат. Причем эти журналисты считают себя честными журналистами. В смысле, им же не, вот, не дают деньги за то, чтобы он сейчас написал вот эти слова. Его просто зовут на красивые конференции, кататься на яхтах, то сё. И все это, в смысле, не сегодня начато, а 15 лет назад, когда Россия решила воевать против всего мира, они создали огромную армию своих агентов, вот таких вот агентов влияния, да, назовем. Непрямые их, то есть эти люди не получают ежедневную зарплату, возможно. Вот, и поэтому мы получаем по миру тысячи публикаций, просто тысячи такого рода разных публикаций. И все эти люди вместе сочиняют такие истории. Ну, не садятся вместе, в смысле. Каждый свою, а дальше все это вырождается вот в такие истории. То есть это большая достаточно армия. Она, кстати, сократилась, я уверен. Почему за время войны? Потому что люди испугались. Я вот это точно знаю. Вот прям те, кто до сих пор получал от России, назовем это аккуратно словом, податчики, да? Понятно, что люди, которые получали по 10 миллионов, они, наверное, не бросили Россию. А те, кто жил на подачке, вдруг поняли, что ага, за подачки сейчас можно загреметь за нарушение санкций и за сотрудничество с военными преступниками. И они соскочили. Таких очень много. Просто я думаю, что процентов 90 от сети этих агентов Россия потеряла. Но у них много еще осталось. Також доводить той факт, що підтримка України ніяким чином не зменшиться. Новина, принаймні Блумберг, та про це сьогодні писав, що Байден проситиме ще мільярди доларів допомоги в Конгресу для України. А Матю Міле, речник Держдепу Сполучених Штатів Америки, каже, що ті гарантії безпеки, які зараз розробляються, які активно впроваджуються, вони мають стати такими, щоб закріпили, точно зафіксували невпинну допомогу, навіть якщо зміниться влада в Сполучених Штатах. Хіба це не аргументи? Да, во-первых, да. Во-вторых, вот эта история, кстати, про смену власти и то, что Трамп придет и всех разгонит. Ну, это же тоже российская такая история очень. Трамп уже приходил. Они уже праздновали. Он нам дал джавелины, насколько я помню, правильно, в результате. Вот. И, в общем, я не верю в то, что Трамп начнет заниматься, там, например, прекращением поставок. Ну, например. Почему? Тут вообще все просто. За время войны, за полтора года всего лишь, в Америке выросла военная промышленность, резко выросла. Об этом у меня нет, конечно, статистики никакой, честно скажу, но Салливан сказал, что каждый месяц они наращивают производство боеприпасов. Производство. Дальше, ну, например, было сообщение про то, что получили заказ
Компания, которая производит Патриоты, получила заказ на производство 10 систем полноценных Патриот. Не 10 батарей, а 10 вот целых систем, из которых 5 для Украины. Это заказ получен. Угу. Он исполняться там 2 или 3 года, и постепенно эти системы будут к нам приезжать. Угу. И дальше есть огромные списки всего, что там начали. Снарядов. Кто последний раз производил вообще эти 155 миллиметров снаряды? А сейчас надо производить миллионами. Вот. И, в общем, за что не возьмитесь. Каждый пакет помощи – это что? Снаряды для Хаймарса, снаряды для Патриота. Это все производство. В Европе, кстати говоря, кроме того, что он Рейнметалл как разгулялся, да, его капитализация выросла на бирже. В Восточной Европе кончились работники, некому работать на военных заводах. В Польше программа возврата зарабитчан польских, чтобы они вернулись и работали на военных заводах, потому что на это есть деньги. Ну, вернулись из Западной Европы. А какие-то строятся для них какие-то поселки в Словакии, в Чехии, чтобы люди жили там и работали. Вернули пенсионеров. В Германии и в Штатах вернули пенсионеров на военные производства, потому что забыли, как делать стингеры. Но никто не умеет, кроме пенсионеров, их делать. И вот приходит такой Трамп, республиканец, представитель военно-промышленного комплекса и борец за создание рабочих мест, как мы знаем, правильно? Угу. А не за что-то там, за что Байден. И такой говорит, так, сократите-ка миллион рабочих мест. Ага. А за это время, вы знаете, все вот это, то, что производится для Украины, это 500 000 рабочих мест, я думаю. Ну, какие-то такие цифры должны быть безумные. Да. Потому что министр чего-то там США, ну, чего-то там, потому что я не помню официальную должность, ну, типа экономики, ага, она сказала, что... Это ужасно цинично, но это так. Что военная помощь Украине, это лучшее, что случилось с американской экономикой. Чудово. Ну, якщо врахувати всі ці фактори, це дійсно так і є. Ну, да. Да, що робити? Що робити Путіну? Останню тему, що хотіла би порушити, бо ми вже згадали про ці невпинні атаки дронів і всього іншого на Москву, на кораблі, не лише. Видання «Вьорстка», до речі, підрахували, що 32 безпілотники було запущено вже по Москві та регіону Московському, починаючи з 3 травня, коли тоді на Кремль прилетіло. І от в нашому головному управлінні розвідки, вже даруйте, так багато на них посилаюся, кажуть, що є дилема в Росії зараз. Або повернути засоби протиповітряної, протиракетної оборони і війська з України додому, або робити вигляд, що все, мовляв, іде за планом. Ну і враховуючи, що ми починали нашу розмову, то, напевно, вони і далі будуть обманювати і робити вигляд, що все за планом. Що обере Путін? Ну, во-первых, мы во многом и стреляем по Москве, в том числе для того, чтобы они средства ПВО туда поставили отсюда. Ну, не обязательно даже прямо с линии фронта, но, по крайней мере, из соседних районов, которые нам очень важно обстреливать, потому что там склады, там нефтебазы и так далее. Это все практический шаг. Что выберет Путин, я... Да нет, я, в общем-то, знаю. Ничего он не выберет. Он не выберет ничего. Он будет действовать по вот этому сценарию. Он не способен к повороту. Я не верю, что он способен что-то повернуть, эту историю. Вообще не верю. Я верю, что другие люди в России есть, которые способны эту историю повернуть, там, зарезать Путина, что-нибудь такое. Такие люди найдутся рано или поздно, при каких-то обстоятельствах. Но что Путин способен сесть такой однажды утром, так, мы все меняем. Ну, знаете, бывают такие люди, которые менеджеры изменений, то, что называется, которые собирают всех. Говорят, так, наша компания раньше производила, вот Nokia, да? Есть такая компания Nokia, помните, финская? Да-да-да. Делали себе люди десятилетиями туалетную бумагу спокойно, да? И вдруг говорят, мы будем производить телефоны. Я представляю, как там охренели все в офисе, да, когда им директор такое сказал. А мы же, они что, туалетную бумагу умели делать? Вот, вот Путин не такой человек. Он такой, инерция очень большая, он будет вот, нет, давайте еще, еще пошлем, еще. Ну, уж, по крайней мере, не сейчас, лет 10 ему надо на все это. Поэтому в эти изменения такие резкие в путинской этой стратегии, я не верю. Но интересно, слушал я буквально вчера и позавчера клип такого Максима Каца, которого у нас, конечно, недолюбливают за некоторые высказывания, но человек-то он очень рациональный. Он размышляет. Я почему его слушаю? Не потому, что он на нашей стороне или не на нашей, но он антивоенный, само собой, но нельзя сказать, что он сторонник прямо Украины. Но он максимально рациональные схемы выстраивает. Такие, знаете, сферический конь в вакууме, как говорится. Вот он рассуждал на тему, что наиболее выгодно Путину и всему режиму сейчас для них самих, для их сохранения их власти. Он говорит, смотрите, Путин начал войну для сохранения своей власти, а не потому, что мечтал восстановить СССР, говорит Макс Кац, и я считаю, что ошибается, да, до сюда. Но дальше он говорит, и вот предположим, что значит сохранение власти. Тогда что сейчас нужно? Тогда сейчас нужно вывести все войска из Украины, привести их в Россию, отправить в разные города, проводить парады победы.
Народ возрадуется, говорит, возрадуется, скажет, вау, круто, победили, ура, какие молодцы. Потому что, говорит, какие там территории, всем наплевать. Ну, правда, он сделал исключение, говорит, из Крыма пока не выводить, потому что не получится, при Путине не получится решить этот вопрос. Но он так наивно сказал, знаете, так у меня даже, я посмеялся, говорит, ну не будет же Украина стрелять по Крыму, если Россия выведет войска из всех остальных регионов. Я такой, будет, будет, сказал я себе в голове. Вот. Но вывести все войска, отправить их в Россию, сказать, все, мы победили. Конечно, вот я уверен, что в России тоже, с чем я согласен. Почему мне интересны были эти рассуждения господина Каца? Угу. Потому что да, в России возрадуются. Прям все скажут, вау, какая крутая победа, ничего себе. Герои вернулись с войны. Вот мне кажется, что это, если бы это был не лично Путин, у которого тю-тю в голове не очень богато мыслей, а просто такой нормальный, более-менее вменяемый человечек, то он бы вот этот шаг сделал, то, что Кац говорит. Вывел бы войска внутрь России, сказал бы, все, мы победили. И дальше сохранял бы власть еще надолго. І сказав би, денацифікація, демілітаризація пройшла, так. Все гаразд. Да. Але ми з вами, пане Михайле, розуміємо, що логіка і раціональні дії в одному реченні зі словом «Путін» зовсім ніяк не можуть писатися. Я вам дуже дякую за цю логічну, цікаву і раціональну бесіду. Спасибі вам, що ви знаходите час, і за ваші непересічні думки теж дякую. На все добре. Спасибо, Ірина, до свидання. Спасибо вам большое. Завжди раді вас бачити. Михайло Шетельман, політтехнолог. З ним була я, Ірина Узлова. Підпишіться, будь ласка, на YouTube-канал Михайла Шетельмана. Це так просто знайти Шетельман в YouTube, і так цікаво буде вам його слухати. А також підписуйтесь на YouTube 24-го. Нас уже мало чи не 6 мільйонів. Будь ласка, долучайтеся. Дякую, що довіряєте, що обираєте. І поставте лайк, будь ласка, цій розмові. Якщо вам сподобалося, звісно, пишіть, звідки ви нас дивитеся. Чому? Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Переможемо.